Теперь очередь девушек. Сургутское отделение молодой гвардии продолжает необычную акцию «Среди нас». Напомню, что проект связан с социализацией особенных людей, воспитанников Центра комплексного обслуживания населения. Они страдают ментальными нарушениями, им тяжело общаться и тем более заводить новые знакомства. Ранее выход в свет организовали для мужской половины. Несколько человек сходили в барбершоп. Там им сделали красивые стрижки, также парни поиграли в приставку, пообщались с новыми людьми. Теперь в салон красоты отправились девушки из Центра комплексного обслуживания. В программе прически и коррекция бровей. Единственное, что теперь остается, это искать новые площадки, новые возможности, потому что для этих людей любое общение, любой новый опыт – это очень классно. Сегодня послушали о работе парикмахера. Соответственно, мы хотели бы, чтобы предприниматели нашего города были открыты для таких предложений, приглашали. На самом деле, это очень доброе дело. В «Молодой гвардии» отметили, что компании, которые связаны с развлечениями, красотой и здоровьем, будут всегда актуальны для воспитанников. Но также организаторы хотели бы сотрудничать с организациями в сфере производства и промышленности. Ребятам было бы интересно узнать о разных профессиях. Связаться с руководителями сургутского отделения можно в социальных сетях. На ваших экранах ссылка на официальную группу сообщества ВКонтакте. Добавлю, что на лето проект «Среди нас» уходит в отпуск. Экскурсии и познавательные визиты возобновят в сентябре. Yeah.